Особое внимание районных властей к развитию здравоохранения вполне понятно. Но самая дорогая современная техника мало чего стоит без квалифицированных специалистов-медиков. А вот их как раз не хватает. На сегодняшний день в медицинских учреждениях района работают 245 врачей, из них 53 в селе. Укомплектованность докторами в муниципалитете составляет около 55%. В 2017 году в Центральную районную больницу пришли на работу 23 врача. Обеспеченность врачами на селе выросла до 80%. Привлечь специалистов можно, создав для них все условия как для работы, так и для жизни. В Славянском районе в прошлом году врачам было предоставлено 2 квартиры. В этом году еще 6 специалистов получили ключи от квартир. Врачи самых нужных и востребованных специальностей – терапевт, отоларинголог, педиатр, травматолог, врач общей практики, неонатолог – пришли на прием к главе Славянского района Роману Синеговскому. Настроение у приглашенных было прекрасное, ведь они теперь не только коллеги, но и соседи. Ключи от новеньких квартир ожидали торжественного вручения. Глава района высоко оценил важность труда медиков. Мы ценим вашу работу, поверьте мне, потому что здоровье каждого человека очень важно для каждого из нас. Спасибо за труд, спасибо за то, что вы есть. Еще раз говорю, ценим, уважаем. И есть желание помочь не только тем, кто здесь присутствует, и у кого сегодня выпал, можно сказать, счастливый билет, а помочь буквально каждому из вас. Затем настал долгожданный момент. Ключи от квартир были переданы в руки врачей. Многоквартирный дом, расположенный на центральном отделении агрофирмы «Сад-Гигант», в очень хорошем месте, ожидает счастливых новоселов. Они получат качественные квартиры с ремонтом. Около дома уже обустроена придомовая территория с детской площадкой. Среди получивших квартиры есть перспективные молодые врачи и специалисты с большим опытом. Врач общей практики Елена Павлова приехала сюда с Дальнего Востока и здесь ей очень нравится. Город очень чистый, очень аккуратный, люди замечательные, очень понравилось. И уезжать я отсюда не хочу. Она рада получению квартиры, свою работу очень любит и вкладывает в нее душу. Работаю с людьми, хочу, чтобы им было легче, чтобы было меньше боли, чтобы я могла помочь им чем-то, чем могу, что умею, что знаю. Получила заветные ключи и врач-педиатр детской поликлиники Ольга Старовойтова. Она закончила Оренбургский мединститут, уже 30 лет работает по своей специальности. В нашем городе больше 4 лет. Он успел ей полюбиться. Она благодарна властям района за предоставленную квартиру и за внимание к отрасли здравоохранения. Конечно, выражаю особую благодарность руководству района в лице Романа Ивановича Синеговского за то, что предоставил такую шикарную квартиру. Чувства переполняют. Социальная поддержка врачей в Славянском районе будет продолжаться и дальше. В Кубанском медицинском университете по целевому направлению обучаются 47 славянцев. В ближайшие 5 лет к нам должны вернуться 44 молодых специалиста. Именно они – будущее славянского здравоохранения. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».